Кто помнит, дорогие хозяюшки, такой аппарат, электробытовой прибор. Называется он Баярма. И вы даже не представляете, сколько ему лет, этому прибору. А ему уже 40 лет. 40 лет мы пользуемся этой электровафельницей. Это первые, наверное, электровафельницы. Еще 77-м году купленная. И вот она еще до сих пор работает в рабочем хорошем состоянии. Соответственно, это не импортная вещь, а наша, сделана в Советском Союзе. И вот сейчас я хочу на ней постряпать вафли и предлагаю вам посмотреть мой рецепт. Может, кому-то и понравится. Для вафельного теста нам надо 2 яйца, 100 грамм сахара, все хорошо взбить. Так, добавляем сюда масло сливочное. Я его немножко растопила. Так, добавляем сюда цедру лимона. Цедра лимона и апельсина у меня вместе. Немножко добавляем корицы. Пол чайной ложки. Так, и добавляем муку. Знаете, как вот по рецепту пишут 300 грамм муки. Но мне всегда кажется, что это много. Вот такое густое тесто получилось, и вот столько муки много осталось. Это я просто вам так для сравнения показываю, потому что я всегда меньше кладу муки. Ну вот и все, тесто наше готово. Оно густоватое, но его надо будет снимать ложкой. Ну как бы помогать ложечкой. Так, а сейчас будем мы включать нашу электровафельницу, дать ей нагреться и будем стряпать. В общем, я тесто помешала, посмотрела, оно очень густое все-таки получилось. Но я немножко сюда молочка добавила и немножечко его сделала, ну, пожиже, так скажем. Теперь вот наша
вафельница электрическая. Так как ей уже много лет, она тут уже и пригорала, и что только не было с ней. Поэтому я сейчас стала первый раз смазывать маслицем. Ну вот, а теперь, как говорится, поехали. Вот тесто все равно, видите, какое оно густое. Вот все, закрываем. Закрываем и держим. Вообще она тяжелая на самом деле. Не знаю, как сейчас современные, насколько они тяжелые или нет, но вот это тяжелая электровафельница. Сейчас посмотрим, что у нас получится, какой блин первый будет, комом или хороший. Ну, вообще масла-то много я туда лила, поэтому должны хорошо получиться. Ну, все, там вот тесто я положила ложечку, а потом прижала крышкой, и тесто расплывается. Он никогда квадратный не будет. Ой, как вкусно запахло корицей. Квадратный он никогда не будет, но, по крайней мере, кругленький будет, аккуратненький. Вернее, не аккуратненький, а аккуратненькая вафелька. Вон, видите, какая. Будем ждать, когда поджарится. Так захотелось вечером чай с чем-нибудь, со сладким, что решила вафли постряпать. Вообще, я уже давно как-то их не делаю. Наверное, весной только делала последний раз. Вот видите, какая красивая вафелька получилась. Вот так ее аккуратненько раз. И дальше. Поехали. Видите, какая хорошенькая вафелька. Опа. Мы вот эти вафли склеивали, знаете, промазывали сгущенкой, ставили в холодильник на ночь, а утром получался такой торт, такой, знаете, монолит прям, высокий, такой крепко склеенный, так скажем. Отрежешь кусочек, он такой вкусный был, боже мой. Повидлом смазывали тоже. Ну, в общем, сладкое любили. Ну, вот последняя вафелька и готова. Вот такая горочка получилась. А сейчас я заварю чай, и мы будем пить чай. Всем приятного аппетита! Всем всего хорошего!